А чё, рили, что ли? Можно всё DC купить, ребят, но это имба пушечная, поэтому давайте брать тогда, давайте предзаказывать, потому что это капец просто, реально. Рили, юзаем 8800 гемов, вот так вот. Открываем 64 предмета, которые, я не знаю, когда будут нам доступны. Но это пушка. Это просто пушка. Как бы... У меня просто миллион сундуков в теории должно быть. И сразу барон. Мы, в принципе, можем сразу пойти чекнуть барон. Открыть сундуки. Блин, давай музыку вырубим. Давай музыку вырубим. Охренеть, просто сделали предзаказ 64 предмета. Вы серьезно? Камон, и лютый Т5 барон. Мы сейчас будем еще сундуки все открывать. Это просто охренеть. Это просто охренеть. Посмотрите, как это выглядит. 64 предмета, лол. Че, будем открывать сундуки и чекать? Я специально не покупал скины. Вообще никакие в течение всего сезона. Барон Т5, да, ребят. В течение всего сезона не покупал скины. Кеша в суперчат, донат 95 рубасов. Спасибо, брат. Короче, не покупал скины специально, зная то, что я эти скины потом открою в этих сундуках. То, что я их получу в любом случае, блин. Смотри, я что сделал. Да, кстати, про твой обзор игры прикольно получилось. Спасибо, ребят, кто посмотрел на ютубе обзор. Я жду ваших лайков на видосе с обзором контрола, который мне дико не понравилось. Мое мнение также в видосе. Давайте открывать сундуки и посмотрим, как бы... Опа, Танатос, печенька, этот тост, Танатос. Офигеть. Нет, розыгрыша еще не было, ребят. Розыгрыш будет сегодня, результаты. Офигеть, сколько всего. Ля, ну за такое можно и лайкусики типа поставить. И вообще, я, блин, в отдельное видео вообще бахну это все, потому что это выглядит просто пушечно, посмотри. Нет, еще не делал, Карл. Обзор на свече еще не делал. Да, блин, какой обзор на свече, посмотри. Офигеть, звание. Неизвестно, все, пошли предметы, которые нам дадут когда-нибудь. Офигеть. Предзаказ Одиссея, это просто такой топ. Посмотри, сколько у меня сундуков уже. Офигеть. Я прям вообще нифига, у меня аж глаза разбегаются. Давайте тогда откроем сундуки, посмотрим, что мне дадут. Сколько их всего будет, я даже не знаю. Аватарка. Давай аватарку для начала. Пока что 26 сундуков. Я специально не скупал на протяжении всего этого скины. Потому что я знал, что я их выбью. Единственное, что меня смущает, это наборы комментаторов и все такое. Но в любом случае мы сейчас откроем, все посмотрим, что нам выпадет. Стример донатит на игру, притом бесплатную, а потом удивляется, что люди на него собаются. Лоль. Спасибо огромное, дядь. Спасибо за платную подписку, за донат. Спасибо вам огромное, ребят. Ну что, давайте сундуки открывать, будем чекать, что у нас тут получилось. Ну, естественно, первыми будут выпадать аватарки. Естественно, будут первые выпадать аватарки. Это просто, ну, это, конечно, такое себе. Давайте выбьем тогда все аватарки. Варды, короче. Ну, это пофиг. Нам в любом случае еще будет половина из этих сундуков. Набор комментатора, я понял. А можно скин хоть один, пожалуйста? Кстати, на ютубе контента по смайту будет теперь гораздо больше. Даже вот это отдельным контентом выйдет. Все посмотрят, куда я всрал, блин, все эти 26 сундуков и 9000 гемов. Смотри, ни этого скина не падает. О, Цербер, все, пошел первый. Кстати, скин очень крутой на Цербера. Собака, смотри, одни наборы комментаторов. Лол, возвращение. Ну, короче, мне сейчас упадет все, что в течение... все, что в течение года я не покупал в этих сундуках, реально. Все отметки, все варды. Это такой треск на самом деле. Ни одного скина. Один скин. И Анубис выпал, который мне не нужен. У меня и так на Анубиса почти все скины есть. Ля-ля, что делать? Наборы. Хайрезы, пожалуйста. Набор комментатора. 26 сундуков. Набор комментатора. Это просто капец, посмотри. Вот это топ. Меня хайрезы обманули на 9000 гемов. Офигеть, сколько сундуков и один скин. С 26 сундуков один скин выпал.
Охренеть. Посмотри, сколько мне выпало говна. Но единственное, у нас есть теперь Танатос. Очень крутой Танатос на самом деле. На из сундуки вообще жесть какой нахер. Танатос топ. Но у нас есть теперь еще. И есть еще барон Самиди Т5. Как бы держу в курсах, где он там. Вот он, чё. Щит. Вообще нужно идти сразу каточку на нем катать и чекать, что это за барон. Выглядит он просто имбово. 26 сундуков. Не 2 скина, а 1 скин. Выпал скин только на собаку. Офигеть, он крутой. Короче, вот такой вот у нас получился начало и стрима, и начало этого видоса, потому что я его отдельно залью как контент для Ютуба, и у меня еще залит новый контент, не просто катки. Вы посмотрите, это будет пушечно, я надеюсь. Поэтому лайкусиков жду, подписулик жду тоже.